Появление Дня археолога не связано с каким-либо государственным указом, о происхождении праздника существует несколько легенд. Одна из самых забавных относится к 30-м годам прошлого века. Говорят, что однажды в новгородской экспедиции студенты-археологи решили устроить себе выходной. Они заявили руководителю раскопок, что сегодня, 15 августа, день рождения коня Александра Македонского Буцефала. И такое великое историческое событие надо непременно отметить. Праздник отметили, а после забыли повод. И тогда день рождения коня стал днем археолога. А вообще археология очень серьезная и важная наука, без которой многие тайны истории так навсегда и остались бы нераскрытыми. Каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые сезоны. Одной из интересных археологических находок прошлого века можно назвать обнаружение самой первой древнерусской берестяной грамоты во время раскопок в Великом Новгороде. И многое еще только предстоит найти. И еще многие молодые люди, влекомые романтикой дорогой открытия, пополнят ряды ученых, посвятивших себя поиску сокровищ исчезнувших культур.